В зале Высшего Церковного Совета в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве накануне состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Работу заседания возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Совет уделил большое внимание рассмотрению результатов работы по реализации всех тех решений, которые были приняты Архиерейским собором, Священным Синодом, Высшим Церковным Советом. Кроме того, участники заседания обсудили проект концепции Русской Православной Церкви по духовному окормлению и поддержке казачества. Обращаясь к участникам заседания, патриарх подчеркнул, что отношения между казачьим сообществом и Русской Церковью развиваются. Так создано специальное подразделение, которое занимается проблемами казаков на общецерковном уровне. И все это ведет к созданию целой системы взаимоотношений церкви с казачеством. В частности, Святейший Патриарх сообщил. На Покров сего года в Новочеркасске мы проведем Всемирный казачий съезд. И в плане подготовки к этому съезду очень важно принять такой фундаментальный документ, который условно можно было бы назвать концепцией по работе, по взаимоотношению церкви и казачьего общества. Подумаем еще, как этот документ нужно назвать, но его необходимо сегодня в первом чтении обсудить. И с учетом поправок, которые уже были сформированы, и с учетом поправок, которые выйдут из сегодняшней дискуссии, в ближайшее же время довести до такого уровня, чтобы нам можно было представить его всему казачьему сообществу в Новочеркасске. Глубоко убежден в том, что возрождение казачества является очень важной частью возрождения наших национальных традиций, обычаев, но самое главное – православного духа, который всегда оживотворял и наполнял жизнь казачьего сообщества. –